Когда армяне оставили город Лачин, они разрушили его. Были сняты двери и окна домов и объектов общественного питания, а также разобраны фермы. Что не смогли забрать армяне с собой, то сожгли, передает Аззи Ас. Они сносили крыши домов, разрушали дороги, уничтожали лесные массивы. Это лишь некоторые акты вандализма, совершенные армянами в Лачине. Как только 26 августа азербайджанская армия взяла под контроль Лачин, Забух и Сус, в целях обеспечения безопасности было начато разминирование. Чиновник Минобороны Анар Эйвазов заявил, что все обнаруженные противопехотные мины изготовлены в 2021 году в Армении. Для обеспечения безопасности военнослужащие инженерно-фортификационной части проводят строгие проверки на местности. Другим примером вандализма армян являются выжженные вдоль дороги леса и зелень в селе Забух Лачинского района. В селе Сус ситуация обратная. Здесь не построено ни одного нового дома или объекта общественного питания. Здесь армяне также жили в домах, принадлежащих настоящим владельцам, азербайджанцам. Следует отметить, что в селах Лачина, Забух и Сус, помимо разминирования, также ускоренными темпами ведутся работы по строительству инфраструктуры. В настоящее время сотрудники АЗЕРСУ планируют обеспечить водой военные и гражданские объекты в Лачине до 10 сентября. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.